Здравствуйте, интернет-магазин, представляем телефончик Servo M27. Телефончик Servo M27 это телефончик, который сделан в ретро-стиле очень известного телефона 3110, если вы его помните. Я думаю, все помнят. Неубиваемый классический телефон Nokia. По комплектации уже все увидели. Теперь смотрим на сам телефон, на его размеры и его возможности. Телефон не является самым маленьким телефоном компании производителя Servo. Вот он у нас. Вот сразу сравниваем его с карточкой кредитной. Видите, толщина его где-то меньше сантиметра. Есть кнопочки. Все как было раньше. Дисплей тут не маленький. Ну давайте. В руках, кстати, очень приятный. Я знаю, что есть разные цвета этой модели. Но это черная. Здесь стоит приличная батарейка, как для таких телефонов, 500 мА. Так, контакт снимем. Она большая, 500 мА. Но она не стандартная, не нокиевская. Здесь у нас две сим-карты микро и карта памяти, поддержка. Установим. Поставим, попробуем включить. И разберемся, что собой представляет этот телефон. Стандартная прошивка от Servo. Тот же динамики этот звук. Динамик, конечно, не очень. Ну, телефон маленький, обычно тут ничего мощного не ставится. Давайте посмотрим на менюшку. Есть Bluetooth Dialer. Можно подключаться к другому телефону. Через этот есть телефонная книга. Первое, что интересует телефонной книги, статус памяти. 300 номеров. Так, есть возможность копировать контакты, причем через Bluetooth. Обратите внимание, вы заметили это? Есть такая функция, но это из-за Bluetooth дайлера. Центр вызова, понятно. Сообщение, мультимедиа, камера. Ну, камера не очень. Скажем так, она здесь есть. Устройство звукозаписи присутствует и есть радио, но требует наушники. А разъем 3.5, конечно же, присутствует. Класс. Это редкость в таких телефонах. Так, установки. Есть LED incoming call, то есть есть какая-то LED идентификация, то есть моргает он, когда звонят. Наверное, вот этот светодиод, который является вспышкой, он моргает, если сделать беззвучный режим и включить вот эту incoming. Волшебный голос присутствует, вы можете менять голос, тоже классно. Хотя на самом деле оно слышно, поэтому не рассчитывайте, что это какая-то функция, реально меняющая голос. Просто меняется тональность. Быстрее, такое больше игрушка. Так, настройки телефона у нас есть. Что у нас других настроек? Качество изображения, дисплея. Ну, ничего нового на самом деле. Защита телефона, лучше не лезть и сюда тоже не лезть. Так, организатор. СТК. Честно говоря, не знаю, что это такое. Подскажите, напишите, буду благодарен. Калькулятор, понятно. Будильник на 5 позиций. Календарь, интересно, активный, неактивный. Секундомер есть. Тач, это у нас фонарик. И все. Профили пользователя позволяют поставить мелодию на сим-карту. Управление файлами есть отдельно. Есть аудиоплеер. Можно слушать музычку. Класс. Вот такой вот телефончик. Создан компанией Servo. Спасибо.